Уважаемые друзья, через несколько минут мы начинаем наш турнир «Донской ракет 2013». Напоминаю вам, контроль времени 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход. Сегодня мы играем 6 туров, завтра играем с 7 по 11. Единственное, насколько мне известно, директорат хочет пересмотреть начало завтрашнего тура не с 11.00, а с 10.00. Как я понял, в связи с многочисленными обращениями людей, которые хотят пораньше завтра добраться до дома. Но об этом будет говорить директор турнира. Играем мы по правилам фильма. Единственный момент, который я всегда разъясняю. Каждый шахматист имеет право в, подчеркиваю, беспешечном эндшпиле, типа ладья конь против ладьи, ладья слон против ладьи, ладья против коня, ладья против слона, две фигуры против одной. Значит, остановить часы, значит, и пригласить арбитра на счет правила 50 ходов. Но только заявление должен делать обязательно участник. Имеет ли это? Значит, в настоящий момент жеребьевка исполнена. Прошу участников занять свои рабочие места. И через буквально 2 минуты мы начинаем турнир. Пожалуйста, еще раз.